Как сегодня солнце нормально стало? Солнце в плане? Ну, по гороскопу. Я не знаю, что. А я что? Нет, просто и пошла история с этим шаманом, непонятно. Алексей. Но, я не по этим вопросам не спрашиваю, потому что это смешно. Ну просто приходит, да, расклад по гороскопу и все. Да? А я даже не знаю про что. Если сегодня была двусторонка, очень сильно запутали с составами. Вы что сегодня проверяли? Что главное проверяли? Ну, посмотрели сочетание, плюс все-таки, знаешь, как бы играть, пытались играть две разные схемы, атакующий и чуть оборонительный хоккей, поэтому было задание конкретно каждому звену. Ну, вот, конечно, тяжеловато в плане того, что хотелось бы сыграть какой-то товарищеский матч перед началом Олимпиады, но этот протокол как бы мешает чуть-чуть. Ясно, что, конечно, мы пытаемся прорабатывать все эти системы, схемы, которые мы хотим использовать во время Олимпийских игр, но, еще раз повторюсь, играть между собой и играть против соперника – две разные вещи. Конечно, этого чуть не хватает, но как бы все в одинаковых условиях, тут не приходится на жаловаться, как говорится, на что. Это не от нас уже зависит, а зависит от того, что происходит с пандемией. Ну вот. А по сегодняшней тренировке, ну, поработали чуть в большинстве и посмотрели некоторые сочетания разные, именно в тройках. Ну вот как. Или будем как бы и дальше еще. Есть время до начала, я имею в виду до начала нашей первой игры с швейцарцами. Будем смотреть разные сочетания, будем пробовать тоже. То есть то, что утром была тренировка с такими сочетаниями, это не факт, что вы со Швейцарией будете играть именно такими? Нет, мы все равно как бы пытаемся, да, чтобы почувствовать эту, как говорится, химию среди ребят, игроков. Ну, вот. И у нас нету, знаешь, как бы вот, все, мы выйдем этими сочетаниями, будем играть. Мы поэтому до сих пор ищем. Я говорю, что если бы были товарищеские матчи перед стартом, было бы чуть попроще, полегче. Потому что ребята все-таки играют в одной лиге, знают друг друга. И уже, ну, как бы, наверное, чуть попроще им играть. Когда ты играешь против других соперников, чуть другой стиль, но другие команды, ты уже видишь те нюансы, над которыми надо больше работать и уделять внимание именно в тренировочном процессе. Ну, вот. Ну, повторюсь, я не жалуюсь, просто я говорю, что ну, такая ситуация, какая есть. По поводу Андрея Кузьменко, вот, понятно, что ну, бомбардир. Я так понимаю, что вам очень не хватает Анисимова, может быть, Кузьменко попробовать, да? Потому что сейчас реально он никуда не влезает. Ну, посмотрим. Я говорю, что мы все равно, как бы, всем тренерским штабом мы смотрим. Даже вот сегодня по игре, если вы заметили, то есть первый, можно сказать так, период играл в одном сочетании, два других в другом сочетании, и другие там ребята. Какие мы перестановки сделали. Ну вот, мы пытаемся найти, я говорю, оптимальный состав к первой игре. Ну вот, конечно, вот то, что и Анисимов с Плотником долетают, то есть они прилетят только 7 числа. Ну вот, и другие ребята, которые сюда приехали, и был этот сомнительный тест. То есть это как бы вносит свои коррективы в плане подготовки. Ну, посмотрим. Надеюсь, что в дальнейшем все будет гладко. То есть у всех будет отрицательно, тогда уже будем от этого отталкиваться. А вопрос, заявка будет закрыт до матча со Швейцарией или потом могут ну, быть изменения? Вы же знаете, что вот тут как бы, поймите правильно, то есть то, что мы сдавали тесты, например, в Новогорске, да, то есть у всех были там отрицательные, перед вылетом что-то показало не так. То есть вот эти вот спорные, как они называют, сомнительные тесты, да, они везде вылетают, что у нас, что здесь. На следующий день они становятся отрицательными, и тут уже как бы ну, игрок может выходить и играть. Как здесь в дальнейшем будет складываться, вы сами понимаете, что олимпийская деревня – это олимпийская деревня. Да, мы стараемся как бы ну, ходить там, но все равно со всеми спортсменами пересекаемся по-любому, и в столовой, и везде. Ну, вот, поэтому здесь ну, что-то предугадать, предсказать невозможно. А вы понимаете вообще схему обмена игроками запасными и основными? Ну, у нас, да, ковидная. И, то есть, если это только по ковидному протоколу, только если ковид, да, или по травмам. Все-таки травма является. Да, тоже, травма тоже является. Нет, подождите, 25 человек, да, есть ростер? То есть, вы даже после первого матча можете сделать замену? Не, ну, если человек заболел ковидом, после первого матча можно? Да. А если получил травму, то нельзя заменить? Можно. Но только вот теми, как бы, 6 запасными, которые у нас в списке.
Чего не хватает Кадейкину, чтобы пробиться вот в топ 6? Ну, пока как бы вот то, что есть, то есть. То есть, в принципе, мы же все-таки упираемся тоже на те сочетания, хотя бы понимание, чтобы был какой-то баланс звеньев, понимаешь. И вот на данный момент те центральные, которые у нас есть в обойме, сейчас заявки 25, они нас, в принципе, устраивают по всем качествам. Ну, еще и тот же Ткачев, он может сыграть как на фланге, так и в центре. Поэтому мы тоже это все взвешиваем. Алексеевич, а есть игроки, которые немного упадают по готовности? Вы сейчас говорили про баланс. Ты знаешь, я бы не сказал, что... Ну, есть, конечно, ребята, которые и болели до этих сборов в Новогорске. И у каждого восстановление идет по-разному. Как бы все мы люди, все прекрасно понимаем. Одни это воспринимают, ну, как бы... проходили болезни с симптомами, другие бессимптомно. Ну вот, но еще раз говорю, что организм у всех разный, и как бы восстановление идет по-разному у всех. С вратарем не определились? Ну, работаем. У нас есть тренер вратарей, наверное. Он нам скажет, кто готов. Будет ли какая-то полноценная двусторонка перед матчами со Швейцарией? Не как сегодня, а вот прямо... Ну, мы играли три полноценных двусторонки в Москве, ну, не в Москве, а в Новогорске. Сегодня, видишь, чуть планы поменялись, сделали то, что смогли. Мы просто у нас как бы было с одной стороны два звена, с другой три, потом мы после 30 минут поменяли все. Но подумаем завтра, какие дальнейшие тренировки у нас будут до 9 числа. Мы думаем, конечно, сейчас акцент сделаем больше на тактике. А тренер вратарей, как там рассказывает о своем решении? Почему Самонов и Федотов, а не Белялов и Шугаев вообще на льду не видели здесь? Почему так? Ну, во-первых, 3-4 вратаря, но это сам понимаешь, это уже перебор. 3 вратаря достаточно, во-первых, чтобы у всех была практика. И практика какая-то бросковая. Ну, вот быть это. А когда 4 вратаря, ну, это не вратарь не тренируется, и ты толком не поймешь. Ну вот, поэтому Шугаев приехал, потому что я говорю, то есть мы не знали, как дальше все будет складываться с этим ковидом. На форс-мажор. А форс-мажор, почему да. Самонов выше Белялова сейчас получается? Это не ко мне, ладно? Это его. У нас, да, это есть прерогатива тренера вратарей, мы полностью его доверяем, и уже перед 9 числом мы будем понимать, кто у нас кто первым, кто вторым. Плотников прилетает 7-го, да. И он остается игроком основного состава. Пока да, посмотрим, я говорю, тут все упирается, повторюсь, тесты везде разные, по-разному берут, и посмотрим, как здесь все будет складываться. Сейчас у него все отрицательные тесты он сдал, ну вот, и Кадейкин тоже. И до этого, то есть Анисимов, прошу прощения, ну вот, и до этого были отрицательные тесты, но просто перед вылетом был сомнительный тест, поэтому мы как бы перестраховались. А еще вылетают из Красноярска, получается, до Красноярска летят обычным самолетом. Ну, вот весь этот график, это не ко мне, как бы. У нас есть люди, которые занимаются этим в команде. Я просто знаю, что они 7 числа будут здесь. Каким вы видите ударных? Вот сейчас, потому что был Гусев, Шипачев. Я, наверное, отвечу на этот вопрос 8 числа перед матчем уже. То есть именно вот вы прямо сейчас просматриваете, да? Потому что мы сегодня в первом звене были очень серьезные изменения. Ну, мы попробовали, вернули связку Гусев, Шипачев, просто хотели посмотреть. Ну, вот, с утра, в принципе, мы на и большинстве пробовали, утром, я имею в виду, не сейчас, а утром, тоже пробовали связку Шипачев, Гусев. Ну, вот, посмотрим. Грицюк очень хорошее впечатление, по крайней мере, первое, когда я посмотрел. А у него прошло вот это, знаете, стеснение, все-таки молодой парень. И... Ну, могу сказать честно, вот хотел бы, чтобы он больше брал на себя инициативу и в плане лезть на ворота и бросать. То есть все-таки у него все равно еще есть, наверное, вот это, как ты правильно сказал, стеснение. То есть он ищет своих партнеров, потому что они более как бы популярнее, чем он. Но парень на самом деле талантливый. Я думаю, что мы постараемся ему... как бы со стороны тренерского штаба придать уверенность, чтобы он проявился на все 100% здесь на Олимпиаде. А так, конечно, мы очень довольны его прогрессом. Но... У вас была изначально тройка армейская, это Карнаухов, Лепешев, Григоренко. Почему решили разделить все-таки эта связка? Увидели, что как бы в этом сочетании будет больше пользы для нас, для сборной. Ну, вот, что если мы разобьем, то есть мы создадим, как бы, можно сказать, даже два равносильных звена. Вот. Поэтому, здесь я еще раз говорю, мы смотрим по
именно то, что нам подходит под ту систему, которую мы планируем здесь играть. И мы смотрим, самое главное, чтобы у нас был баланс в каждом звене. И это не только баланс там оборонительный, но именно и в атаке тоже. На трибуне Илья Ковальчук сидел с Валерием Каменским, консультантом. Они смотрели, что-то обсуждали. А как консультируешь, дает совет Игорь Смотович из Москвы по Zoom? Ну, он помогает. Не, мы общаемся каждый день. И он полностью как бы нам помогает. Вот даже в этой ситуации то, что произошло. И ребята остались там в Москве. Но вот он все контролирует. И... Ворк-вопрос? Да, все организационные вопросы как бы полностью на его ответственности. И он нам помогает очень сильно в этом плане. А так мы контактируем, и, ну, имею связь у нас каждый день. Нет у вас таких моментов, что ворк-вопрос решаете там через федерацию, третьяк, вот это все? Ну, те вопросы, не, ну ясно, что мы на контакте с федерацией, но вот именно по России, по Москве этим занимается Илья Исматович непосредственно. У вас большой тренерский штаб, сколько времени вы тратите на разбор тренировок? Много очень уже. Ну, сколько? Ну, у нас, во-первых, все тренировки записываются. Мы просматриваем каждую тренировку после каждой тренировки. Ну, из этого делаем выводы. Выводы какие-то. Потом мы показываем все моменты игрокам, необходимые над чем акцентрироваться и на что уделить внимание. Потому что даже в тренировках, понимаешь, игроки еще совершают маленькие ошибки, но лучше это показать им в тренировке, чем потом эти ошибки совершать в игре. Поэтому у нас работы достаточно, много видео и много просмотров. И у игроков можете спросить, они вам тоже самое скажут. За 4 дня до первого матча вы чувствуете, что тот стиль, который вы прививаете, он доходит до ребят? Ну, мы чувствуем это, да. Я бы, мне бы легче было ответить на эти вопросы, если бы у нас хотя бы были товарищеские матчи. Я еще раз повторюсь, все-таки играешь когда между собой, ты не видишь всех тех нюансов, потому что ребята и знают. Ну вот и приблизительно ты сам понимаешь, когда мы как бы все 6 пятерок, которые были на сборах в Новогорске, они знают ту систему, которая будет требоваться, понимаешь. И вот именно мы хотели это увидеть именно в товарищеском матче против другого соперника. И жесткости нету, да? Ну, конечно, то есть не хватает этой жесткости, наверное. Наверное, того тайминга, то есть что такое тайминг, но в плане, наверное, не будет столько времени для принятия решений, например, то, что сейчас есть у ребят. Поэтому мы хотим это приблизить, можно так сказать, к игровому времени, то есть чтобы не было у ребят много игрового, ну, времени для принятия решений. Ну вот, ну, повторюсь, что, конечно, вот, игра, товарищеская бы игра перед началом турнира не помешала. Вадим Шапачев вчера много говорил на скамейке, сегодня это уже настоящий капитан, да, который прямо там советует, помогает. По-моему, 6-й тренер. Вадик, да. Мой я. Ну, главное, чтобы это пошло на пользу. В принципе, я думаю, что он справится со своей обязанностью. Ребята не зря как бы проголосовали за него. И, в принципе, я думаю, что... Знаешь, как... Вот, я, наверное, скажу так, что сейчас ему час икс, чтобы доказать, что он на самом деле капитан и лидер сборной. Все-таки это как бы огромная ответственность представлять, быть капитаном хоккейной сборной, и я думаю, что он должен с этим справиться. Я думаю, что он понимает всю ответственность. А почему, кстати, делегировали на церемонию открытия с флагом Шапачева, а не Гусева, героя Кореи? Ну, это не ко мне вопрос. И сам Олимпийский комитет? Ну, Олимпийский комитет же. С ней сказали, он будет, да? 4 года назад я вот Нарка провожал в Корею. Он признался, что от него требуют только золото, и любой другой результат будет плохим. Вы сейчас чувствуете такое же давление, что от вас вот только золото нужно? Ты знаешь, я, в принципе, я в сборную, в штабе сборной уже давно, но я тебе могу сказать, давление, оно есть всегда, потому что сборная требует только побед на всех соревнованиях. Поэтому давление, оно было и будет всегда в сборной России по хоккею. Я перефразирую вопрос. Вот мне запомнилась фраза, когда я разговаривал с Ильей Воробьевым по поводу вот этой Олимпиады в Корее. Он сказал, что с самого первого матча вот в раздевалке висела большая чугунная плита над нами. Вот сейчас плита у вас висит там в раздевалке? Ну, мы стараемся чуть, ребят, как бы, чтобы вот этой плиты не было. Ну вот, но ты, наверное, сам понимаешь, что предсказать ничего невозможно, как бы предугадать невозможно. Но вот это ясно, что у ребят будет давление, будет и чуть-чуть ответственность, и нервозность перед первым матчем. Ну вот. Поэтому от этого никуда не уйдешь, но я думаю, после первой смены, когда каждый игрок сыграет эту смену, она чуть волнение уйдет, и там уже будет попроще. Но все время перед первым матчем есть, конечно, волнение у любого человека.
Смотрите ли вы тренировки Швейцарии, Дании, кого-то вообще? Да нет, так то не разрешено же. Смотреть? Ну, я имею в виду, как бы у нас, мы стараемся, вот, потренировались, и чтобы как можно меньше контактов. Но вы запрещаете игрокам в деревне приближаться к кому-то вообще? Вот... Ну, как им, слушай, все, в принципе... Ну, он девочек мучает. Ну, да, но все мы люди. Тут, я говорю, тут предсказать невозможно. Ясно, что ребята все, как бы, умные, можно сказать так, и стараются как можно меньше, ну, контактировать со всеми. Но я думаю, все равно, как бы, мы выходим на прогулку, на улице это всем другое, но ты приходишь в столовую, ясно, что там идет дезинфекция, по протоколу все, что необходимо, они выполняют. Но, вот, ну, как-то ребятам говорить, чтобы ни с кем не общались, наверное, тоже неправильно. В принципе, все даже на улице есть правило, что в масках находились. Поэтому здесь сказать невозможно. Там была сегодня фотография, где как раз на церемонии открытия два игрока наших курили без масок. Ну, я что, как я должен на это обратить? Ну, что говорили. Ну, хулиган, ну, неправильно сделал, надо было быть маском. Ну, вы меня про хоккей спрашиваете или про маску? У меня два последних вопроса задам. Смотрите, во-первых, такое впечатление хорошее, там, и у прессы, и оставляет Ковальчук как менеджер. Нравится, как он и говорит, и какие-то там решения принимает. Ну, много позитивных отзывов о нем. Вы видите сами, вы же видите изнутри, как что происходит? Что, может, там не ошиблись, когда мы предложили это? Я думаю, что не ошиблись мы. Я думаю, что он на своем месте. На самом деле, он полностью погружен в этот процесс. Я думаю, что, наверное, это то, что ему нравится самому. И то, что я вижу, дает как бы свои плоды. Он на самом деле полностью погружен в эту работу. То есть с всеми процессами, можно сказать, то, что связано по спортивной части в плане организационных деловой вопросов, да, он решает все. Деловой? Да, то есть он парень деловой. А с игроками общается? А? С игроками он общается? Конечно. И последнее спрошу. Понятно, что все ваши мысли сейчас об Олимпиаде и ни о чем другом, но вчера, например, там появился инсайт, что в феврале 24-го года Кубок мира будет, чемпионат мира, НХЛС приедет. Ваша мечта была работать с НХЛСами. Вы играете в долгую или... У вас мысли только об Олимпиаде, такие как новости, как Кубок мира, вас не будоражит? Ну, давай, наверное, знаешь, как, давай сейчас сконцентрируемся на Олимпиаде, а после Олимпиады поговорим. Наверное, просто сейчас, знаешь, вдаваться в подробности, что будет после, ну, не хочется, потому что на самом деле очень много вопросов сейчас именно по этой Олимпиаде, чтобы правильно подготовиться. И как задали вопрос, чтобы не было той, вернее, как и сказали, чтобы не было той плиты у ребят перед началом, перед стартом, перед первой игрой. Ну, вот, поэтому я, наверное, так отвечу, что сейчас моя задача – это полностью сконцентрироваться на Олимпиаде, всего тренерского штаба, подготовить ребят к этой Олимпиаде, выступить достойно, а после мы поговорим. Спасибо вам большое. Лишь бы звезды совпали. А? Звезды пусть совпадут. Да это я не могу. Про шамана, что ли, да, мне кто-то сказал? Сегодня а кто сказал? Фотографии публиковать. Какого шамана? Он был, оказывается, на этом. У нас? А у вас пока его не видели. У нас шамана нет. Нет? Нет. Ну, в смысле, нет. Нет, у нас а? В деревне? У нас вообще нет никакого шамана. Ни в раздевалке, нигде. Поэтому это твои басни, наверное, какие-то. Нет, я про шамана сам сегодня только узнал. Теперь ты, конечно, не отпущу. Ну, я, да, я, видишь, я с утра услышал, оказывается, это ты запускал. Не, я запустил. Запустил меня, ну-ка прекрати. Ну, у нас шаманы. Ладно, все, всего хорошего. Шаманы, привет.